Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Артём, и сегодня мы будем играть в Payday. Будем мы проходить миссию ювелирный магазин. Так, мы начинаем. Попробуем все пройти с первого раза по стелсу. Я, как всегда, иду и смотрю, сколько у нас тут полицейских есть. Один. Так, тише. И два. Не повезло нам, что у нас тут два полицейских. Так, давайте быстро замаскируемся. Вот такие у меня два пистолетика. Так. Быстренько проходим. Вот как он меня сейчас не увидел, а? Ник. По-тихому. Отвечай на плечо. Главное, чтобы он там вот полицейский не пришел. Так, попробуем закинуть. Но мы не закидываем. Ну, чтобы этот полицейский сюда пришел. Просто тут там люди в окне увидят. А, тут вот что. Бум. Быстренько отвечаем на пейджер. Мастер стелса просто. Там давайте мусорку. Тут мусорка не открывается, что? Это просто в некоторых миссиях эта мусорка открывается. Так, и давайте здесь. О, тут у нас еще охранник. Вот это нам не повезло. Очень не повезло. Я лучше сяду. Что там полицейский вот делает, а? На. Упади. Падай. У нас там полицейский, что делать? Что с телефоном? Почему он как картина выглядит? Что это вообще такое? Слепой. Ой. Ладно. Так, давайте. Заходим туда на раз. И бог нам сейчас туда пойдет. Так там у нас получается полицейский. Там он. Ой! Боюсь. Так, главное, чтобы нас тени увидели. То, что он тут валяется. У нас кончились мешки для трупов. Бамс. Я не могу их застопать. Ладно. Ой. Ушел. Да, я, конечно, дурак, то что я это убиваю их, а не арестовываю. Ну, точнее, наручники не надеваю. Походу, у нас там охранника нету. Да ладно.
Правда, чудо. Так, давайте перезарядимся. А, ну как так у нас кончились мешки? Бомс. Значит, у нас тут чувак не выпал. Да, там нет охранника. Нам повезло, да? Там люди ходят. Так. Давайте что на... Убьем их. Ой. Палюсь. Давайте вот так вот, вот так. И походу у нас получилось, люди, награбить. Так, ну проверить, все ли мертвые. Да, походу все. Очень плохо, когда люди замечают это. Так, давайте вон туда выкидывать сумки. Ой! Я турель поставила случайно. Блин, потратил турель. Круто. Так, всего у нас должно быть 8 сумок. 1, 2, 3, 4, 5. 5 сумок есть. Их. О, докинул. Круто. Оп. Так, еще у нас часы тут. Еще часы. А, кончились патроны, как так? Блин, а вообще кончились патроны полностью. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 даже. Даже 9 сумок собрали. Так, вот у нас раз. Всего 5000. Так мало. Давай. Три. Блин. Думал докину. Три. А, у меня же сверху есть штучка, чтобы смотреть, сколько у меня еще осталось украшений. Очень мало дается за эти украшения. Давайте вот так вот сделаем, чтобы поближе было лежать. Но слишком далеко. Этим специально здесь все стекло разобьем. Это 6, 7, это 8, не докину. Оп. Я вообще смогу скрыться. Ну ладно, я скрою. И мы прошли миссию. Ура! Первого раза. Так, нам сейчас будет давать очков, очки опыта, но они мне не нужны.
я получил 126 тысяч кубов опыта. Мы убираем карточку на рандом. Ну, точнее, просто нажимаем Enter, у нас сразу убирает. Ооо, нам сейф выпал открыть. Мы его продать можем. Да, прикольно. И всем пока, дорогие друзья. С вами был мистер Артём. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.